Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ей цевьё. Для изготовления хвостика в конце цевья закрепите несколько бородок пера куропатки. После закрепления отрежьте лишнее. Для изготовления сегментации в конце цевья также закрепите люрикс. Для изготовления тела мушки нанесите на нить немного даббинга. Намотайте даббинговую нить на цевье. Намотку закончите на расстоянии 1/3 длины цевья от колечка. После намотки даббинга намотайте на тело мушки люрикс. 4-5 оборотов будет вполне достаточно. По окончании намотки закрепите люрикс и отрежьте лишнее. Для изготовления крыла возьмите 2 пера CDC. И за кончики закрепите вплотную к телу мушки. Для изготовления грудки нанесите на нить даббинг. Намотайте даббинговую нить на цевье. Следите за тем, чтобы грудка получилась достаточно объемной и перед колечком оставалось свободное место. Отогните перья CDC вперед, так, чтобы образовалась небольшая петелька. И в этом положении закрепите их около колечка. После закрепления отогните торчащие вперед кончики перьев CDC вперед и между ними и колечком намотайте небольшой бортик. Затем в том же самом месте сделайте завершающий узел и отрежьте нить. Не очень коротко отрежьте торчащие вперед части перьев. Затем освободите ости и отрежьте их. Теперь необходимо немного расчесать мушку. Все, мушка готова.